Всем привет, я Техномакс, это игра Them и Us, они и мы, и тут подъехало какое-то обновление, экстра гейм и ночные кошмары, Хэллоуин. Тут есть хэллоуинский режим какой-то, ну, видимо, в честь праздника. Ух ты, блин, прикольно. Хе, ведьмочка. Так, ну я до этого читал описание, тут нужно собирать леденцы. Ага, удар ножом. Блин. Идите лесом. Тыкву ничего не делают, нет? Тут должны быть... Ой. О, проверить. 30-секундный временной бонус. Блин, оно еще и на время, что ли? Хе-хе. Прикольно. Звуки такие нормальные. Блин, разрушайся. Какие-то кошки мяукают где-то. Ой, бля, привидение, иди нафиг. Вы кто? А тут... Ой, бля. А они ничего не делают, нет? Тыква. А, понял. Зомби с тыквами на головах. Ой, бля. А можно из тебя тыквенный пирог сделать? Они еще и ржут, сволочи, блин. Идите лесом. Интересно, а что такое тайм-бонус? Очки. А, да, время тут убегает. А, тут еще и время обратно идет. Но это не очень. Я не люблю игры на время. Это что такое? 500 кэндис? Через это... Ой, бля. Через это надо сбегать. Точно, точно. Это ворота, которые закрыты. Это тоже было в описании. Типа, сбегите через... Этот, через ворота. Блин, да нифига тут собрать надо сколько конфет, вы чё? Так можно и не сварение получить. И вообще столько сладкого, это вредно. Так, я вижу еще один бонус времени. Где-то с той стороны. Аптечка. Да какие аптечки? Блин, под такую музыку даже стрелять не хочется. Все так весело, празднично. И времени весело и празднично мало. О, а это что такое? А, еще патрончики. Блин, да сколько же этих леденцов тут собирать-то? Или это просто так леденцы собирать на рекорд? Привидения такие добродушные. Ё-моё, блин. Трешатина вообще полная. Ну так, интересный режимчик. О, супер тыква. Ой, бля, надо бонус времени брать. Иначе я не успею. Благо зомби тут не слишком расторопно. И можно от них все-таки свалить пешком. Я что-то не понял. А надеюсь, конфеты-то не появляются заново. Вроде не появляются. Но их тут, блин, овер 9000 этих конфет. Да, этой игре нужен был такой режим по любасу. А то она такая мрачная была в первый раз. А, вон еще один бонус времени вижу. Пурум-пурум-пум-пум. Ой, а это что такое? А, это ничего, это просто так. Ты, блин, форменный беспредел. Нифига, вы у меня конфеты не отберете, я сам все соберу. Ah.
Нифига себе. Оно еще и это останавливает, типа, привидение. Нормально. Так. Время. А, я все конфеты собрал. 2000 конфет. Чего? Да ну нахрен, 2000 конфет, вы что, сбрендили? Где он столько выкопает? Блин, тут никакого кондитерского магазина не хватит. Столько конфет, ё-моё. Ой, блин, она мне... Ай, нифига не видно. Фу, вырвался, вроде живой. Не, нормально, это... 2000 конфет, ё-моё. Нафига так много? Кэнди 153 из 2000? Или я что-то не понимаю? Может, все-таки надо валить? Ну и что ты такой расстроенный, праздник же? А, вон оно что. Так их надо валить, чтобы из них конфеты выпадали. Ну тогда, конечно. Тогда, конечно, блин. То-то я и думаю, откуда конфеты брать. Да перезаряжайся, ты тетка. А, блин, вы задолбали, реально. Не, блин, это... Когда ж вы сдохнете-то, а? Где мне патрончики теперь еще брать? Ага, есть. Еще чуть-чуть взял. Блин. А, ну их подбирать не надо. Они сами типа собираются и все. Вот с этого толстого прям конфет должно навалить полный вагон. Эхе-хе-хе-хе, блин, вот сейчас тебе будет смешно, когда конфеты с тебя посыпятся. 493. Блин, а время-то кончается. Перезаряжайся, давай. Быстро. Ой, 3 патрона осталось, ну все, хана. Интересно, а... Тут сколько конфет надо было? А, 500. 500. А у меня 400, блин. Ой. Блин, какой же тут беспонтовый удар, а? Я вот до сих пор про этот удар. Так. 593, отлично, я набрал. Да сколько ж тебя резать-то, родной? Давай мне тут кусочек тыквы. Тут кроме конфет еще и время добавляется. А, о, сама печать исчезла. Надо же, блин, нормально. Только не говори, что здесь босс. Я в натуре офигею еще и с боссом меситься. Здорово. Похоже, это лучше, чем мой нож. Вы заметите нож на волшебный посох? Конечно. О, патрончика. Да так много. Ух ты, блин. Только не босс. Ё-моё, как времени мало. Ё-моё. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу, иди нафиг. Это лучше ножа? Что-то незаметно.
Да, я по времени не успеваю. 4, 3, 2, 1. Парам-пам-пам. Кошмар закончен. Проснулась в той самой комнате, нормально. Так, врагов убито 9, очков 6030, ранг, никакой ранг. Время 9 минут 56 секунд. Угу. Интер, попробую, еще раз, типа, повторить. Повторить, ну повторить. Попробуем еще раз, теперь я знаю больше. Так, хорошо. Значит, теперь нужно эти конфетки собирать и попутно еще монстров отстреливать. Зомбаков этих тыквами. Допустим. Но только в этот раз нужно как-то грамотнее бегать. Это не это. Тыквы здесь, по-моему, просто так исчезают. Тут, помнится, бутылка валялась. Ладно, это остальное потом соберу. О, отлично. Еще пункта. Да чё ж ты так медленно стреляешь-то, блин? Нельзя ли сразу ему напинать? Я думаю, время не стоит сейчас брать. Времени еще вагон. Может взять заранее, чтобы он сразу как бы прибавился. Просто нужно учитывать, что я еще зомби не убивал. Так, 2.46. Да, блин. Плюс 30 секунд бонус и все. А что так мало? Я думал хотя бы минуту. Блин, бегаю тут как угорелый. С этими леденцами долбанными. Тут что-нибудь есть? Ой. Это... какой-то обход. А, ну я просто обошел. Ну да, это ворота с большой тыквой, все дела. 1000 собрать. Да тут прямо надо все... О, плюс 90 секунд. Бонусы разные. А, зараза! Уйди от меня! Уйди от меня! Скотина тыквенная! Так смешно, да? Отлично. Привидение, идите лесом, вы еще тут. Здорово, тыква. Ай, блин, иди нафиг, Каспер. О, еще патрончика. Привидения вряд ли можно убить, потому что привидения это привидения. Да, их нельзя убить. Ой, блин, нашла, когда патроны перезаряжать. Я вам в башку насаживать сколько буду, родной. Бежим, 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 бежим. Еще 2.5 минуты время есть. Патроны. Ой, какое стадо. Вот он мне, конечно, перевалить бы. Блин, сволочь. Уже 372 леденца. Продолжаем собирать. Нужно успеть постараться прям.
А тут были же еще... Ой-ё. Тут были вроде еще бочка. Разрушаем. Да, точно, только отните патроны. Вы какие приставучие-то, а. Ух ты, молодцы какие, застряли. Молодцы какие, ребята. Вы мне задачу очень упростили сейчас. Упс. А пульки-то кончились. Тут ничего нет. Ничего нету. Ой-ё. Нафиг мне сейчас бинты эти, блин. Дайте мне патронов, а тут с патронами проблема вообще дичайшая. Аптечка. Захер мне сейчас ваша аптечка, патроны. О-о-о, патроны. А, иди нафиг, иди лесом. Ой, блин, я по времени, кажется, не успел опять. Да ё-моё. Фух. Нет, это, конечно, нужно постоянно задрачиваться, и, может быть, тогда что-то получится. А есть что-нибудь еще новенького или нет? Ну, экстра гейм тут только одна, Halloween Night. А остального пока нету. Ну да, это Хэллоуин, типа соберите как можно больше магических леденцов, откройте магические символы, чтобы сбежать через мавзолей и проснуться от этого кошмара. Ну, вроде бы и все, потому что новая игра это новая игра, которая уже была. А тут у меня пройдено. Это Клера, да. 19:44. Алисия сейф первый в церкви. Ну и все. Ну что ж, видосик получился такой коротенький. Это, в общем-то, обзор, можно сказать, хэллоуинского обновления. С вами был Техномакс. Это была игра Zem и Us. Всем спасибо. До новых встреч. Пока.